Игроки в желто-синих майках захватили спортзал школы номер 31. Это команда «Химки-2». Молодые баскетболисты отлично владеют мячом и уже могут преподать пару хороших уроков. Детям есть чему научиться. Я занимаюсь в «Динамо». Часто хожу на игры «Химок», игры «Молодежки». Я была два раза. Это как бы очень интересно, и я хожу часто. Это не просто мастер-класс, а баскетбольная продленка с барабанами, музыкой и нешуточной борьбой за победу. Все как на настоящих соревнованиях. Будущим баскетболистам игроки раскрыли секреты трехочковых бросков. А в товарищеском матче школьники одолели команду спортсменов. Они отдают передачи, то есть они не берут игру на себя. Нет такого, что один взял мяч, и он вводит его, пока он не забьет. Они каждый раз друг другу пасы дают, они понимают, что их больше, чем меня. И они раскидывают меня просто передачами. Они как бы это делают, они это умеют, и это очень ценится в играх. Эти 45 минут для будущих баскетболистов – только первый шаг к большому спорту. Возможно, кто-то из них в дальнейшем пополнит состав нашей сборной. Ксения Каретникова, Дмитрий Бочаров, служба новостей.